Ребята, всем привет! Мы на канале Котики, Кошечки, Котята. Вот сегодня я буду играть в эту игру. Так, будем сейчас готовить. Кто у нас первый? Первый у нас горилла-обезьяна. Возьмем вот это. Ну, у меня открыто, у меня нету ни за такого, чтобы было за деньги. Есть не за деньги, которые все. В общем, такую вот давайте возьмем. Колбаску. Колбаску наделали. Теперь немножко таких вот штучек. Так. Теперь так порежем. У нас один такой будет, а другой побольше. Возьмем кетчупа. По краям, вот так вот, по краям. Размажем. Так. Потом она как посыпем немножко, так, чуть-чуть. Вот. Ну, нормально. Я считаю, нормально. Получилось, на? Тебе понравится? Ну, такой, да, вкусно. Он такой вообще. Так, кто следующий? Если котик, я ему сделаю, если он захочет. Ну, слон. Так. Ребята, если хотите, чтобы Басик снимал, как играет он здесь, вот, в эту игру, то можете написать в комментариях. Не я, как играю в эту игру, а как он играет. Давайте сфотографируем что-нибудь. Так, ребятки. Сейчас сфотографировать. Давайте себя сфотографирую. Ну, да. Что за такое? Окей. Что за такое и получилось у нас пока что? Банализа. Много разных. Вот тут вот не такой разный. Так. Ребята, сейчас. Будем снимать дальше. У нас тут как фон котик. Сейчас. Вот тут у нас много. Ксику. Давайте в Леди Баг поиграем. Так. Так. Леди Баг. Так, я не пойму ничего. Что это здесь такое? Вот, ребята, вот. Ну, теперь будем ждать, пока оно включится. Ладно, ребят, сейчас. Я так и не дождалась. Реально, дождаться это невозможно. Уже минуту сижу. Ладно, тогда поиграем во что-нибудь это. Давайте в том и за золотом поиграем. Он как-то быстрее включается. Да. Вот смотрите, тут Том с лодки чуть не упал, короче. Чуть не упал, прям, представляете, прям упасть уже был готов. Анжела такая... Ой, что-то уже Джинджер у нас тут стоит. Так, возьмем Анжелку. Анжела. Так, прокачаем ее. И она побежит в мире... Сейчас, блин. Вот она побежит в мире. Давайте Тома. Ну, вот она бежит уже. Ой, чуть не шлепнулась. Давай. Какие-то молнии розовые. Зачем они тут нужны вообще? Не пойму ничего. Эти молнии не нужны просто тут. Так.
такое тут дело. На самолетик садимся. А, что мы тут это? Вот, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. На самолете прилетели. Идем так вот. Так вот. Да, ребят, напишите в комментариях, вы когда-нибудь... Ой, врезалась. Вы когда-нибудь играли в Тома за золотом? Вот мы с Басиком, Персиком, доктором Басиком, еще Лили, и, ну, конечно, и я тоже играли. Вот уже вы видели, что я играю точно. Вообще, Том, все, что Басик заработал Анжелу сам. Я ему один раз помогла, сыграла один раз, проиграла, вот он дальше все сам делал. И то я вначале проиграла, когда он уже тогда в всех концах приделал все. Молнию берем розовую. Ребята, если знаете, зачем эта молния нужна, то напишите в комментариях. А мы сейчас золотишко получили 200 рублей. Хоп-хоп. На самолетик летим. Так. Это страшно вообще, не страшно, но сложно. Ребят, надеюсь, у меня не будет этого босса, который в машине едет уже. Я его не люблю, когда он в машине. Когда на самолете машине он, а я на самолете обычно. Я вот это не люблю. Потому что я почти все время проигрываю. Конечно, за монетки, если я за пушки бывает беру, там за алмазы, что там брать. Я не помню. Ну, вот, короче, я бывает беру. А вот некоторые разы не беру. А когда-то один раз или два или три. Два или три раза я выиграла. Это на самолете босса. А внизу-то просто его, в принципе, делать. Ой, ребята, что-то уже у меня такое предчувствие плохое. Ну да, вот видите, только заговорила о нем, сразу босс пошел. Ну да, Анжел, вообще класс, да? Сейчас увидите, как я проиграю. Может, даже на машине проиграю, не знаю. Я смотрю именно на красные вон те штуки, как они загораются. И поворачиваю Анжелу от этих красных. Главное пушки подобрать, потому что я им стреляю в него. Ой, ё-моё. Так, ну, я надеюсь, я его убью на самолете, как я уже два или три раза был. На, получай тебе. Я куда-то полетел. Так, нужно на красные штуки смотреть, особенно на лету. А пушки я и так вижу, не на лету. Так. Наконец, я его победила, ребят, я его победила. Я просто вот очень хорошо смотрела на те вот эти. Ой, ребята, золотишко, конечно, много. Пойдемте в этот мир, я в него точно, наверное, продумаю.